Родился мальчик маленький, и кто подумать мог, что это мальчик маленький, пел всемогущий Бог. Для молодых и стареньких, для взрослых и детей. Родился мальчик маленький, чтобы все спасти людей. Ночь наступила, уснули в домах, только не спят пастухи на полях. Кто-то, склонившись, огонь ожигал, кто-то на дудочке тихо играл. Вдруг среди ночи, как будто звезда, ангел светясь отпустился туда. «Встаньте, ступайте, скорее в Вифлеем, милость великая явлена всем. Я вам послание от Бога принес, радуйтесь, ныне родился Христос». Зачем пустились мудрецы в далекий путь друзья? Кого они пошли искать за горы и моря? Они увели звезду, все звездочек целей. Она сказала, что на свет родился царь царей. Великий день однажды был. Бог землю свыше посетил. В далеком Вифлееме остановилось время, чтоб люди все могли узнать, как жизнь по-новому начать. Иисус с небес спустился и на земле родился, и каждый год теперь ведет с его рождения свой отчет. К ним прибавляют слово от Рождества Христова.